Вначале Валентина Николаевна продемонстрировала именной географический атлас России, подаренный ей как члену Совета Федерации. А кроме того, фотографию Петрозаводска, сделанную со спутника. Слава богу, не натовского, а российского, синоптического. Изображение довольно подробное, с высокой степенью разрешения. Доклад Валентины Пивненко, как председателя Временной комиссии по расследованию причин кризиса 17 августа, не остался незамеченным. Очередной номер журнала «Совет Федерации» вышел с фотографией спикера одной из палат карельского парламента на обложке. Причем коррупцию, с которой борется Пивненко, по мысли издателей журнала, почему-то олицетворяет Чубайс. На пленарном заседании Верхней палаты российского парламента, которое состоялось 31 марта, обсуждался и вопрос о событиях в Югославии. Обращаясь к своим российским коллегам, Валентина Николаевна заявила, что ни один российский солдат ни при каких обстоятельствах не должен оказаться на югославских фронтах. И я очень просила членов Совета Федерации ни в коем случае не допустить того, чтобы Россия втянулась вот в этот военный конфликт привлечением к военным действиям российских граждан.